Да спит, он спит. Блин, если все доктора были, как я. Больных бы не было. Ну, точно. Все перемерли бы. Какое счастье, что ты здесь. Без тебя мне бы уже давно капец настал. Там так тихо. Может, и хорошо, что тихо. А то все орут без конца. Слышь ты, а вам не кажется, что это долгонько, не? Ну, часа полтора прошло. Все, тишина кончилась. Ну-ка! Ха! Откуда у тебя мои часы? А? Откуда мои часики? Как мои? Так мои? Ха. Мне их премьер подарил, когда еще президентом был. В чем дело опять? Что, в чем дело? Мои часы. Где ты их взяла? Мне их дал. Что? Кто их тебе дал? Часики мои? Я смотрю, тут у нас фокусники появились, а? Ну все, ладно, сейчас мы сами разберемся. Ну уж разберитесь, будьте любезны. Так, пошли. Фокусники, смотри, у нас появились, да? Сейчас разберем. А я ищу. Нашлись! О! Ну, объясни мне, откуда тебе эти часы? Кто тебе их дал? Никто, я их нашла. Ну да, здесь весь остров часами усеян. Катя, ты опять? Катя! Надя! У меня пропал золотой браслет. Кто-нибудь из вас его брал? Я не брала. Не, моя тоже не брала. Ну что, кто брал? Ну давайте сейчас все вместе поищем, а? Чтобы не, ну, не расстраивался. Ну, варенье-то пробуй. Тебя кому вез, а? Потом. Когда потом? Потом уже может не хватить. Я сам все слопаю. Блины. Блин, видишь, вчера 2 часа мерзли, сейчас сегодня пишешь, что там потепление до минус 15. Ну да, а что, минус 15 у них уже жара считается. Нет. Ну, я же говорил, что найдется. Сахарница? Ну что, всякое бывает. Я вон пепельницу в холодильнике забывал. Прежде ничего похожего не происходило. Нин, ты что хочешь этим сказать? Ничего. Только то, что сказала. Пап, я не воровка. Хорошо, хорошо, хорошо. Я тебе верю. Что-то случилось? Да нет, ничего. Ты сделала операцию и заснула. Представляешь, кажется, жар спал. И пульс нормальный. Ты поменяй воды, а я здесь. Андрей, ты представляешь, у нас получилось.
что делать? Там мокро. Там мокро, здесь заразно. Его нет нигде. Ничего. Нормально, нормально. Паша! Тихо. Паша! Ты, Лидочка! Тихо говорю, что ж такое? Человек в тяжелом состоянии. Ну, присягните его булавкой к юбке. Заткнитесь вы, наконец. Давай за дочкой следи. Я поменял. А поменяй еще повязку на лоб. Ага. Послушайте, ну, ну что в самом деле, давайте успокоимся, а? Ну, перестаньте. А что успокаиваться-то? Здесь человек лежит, неизвестно с какой болезнью. Может, кстати, все от него перезаразиться. На улице дождь. Может схватить воспаление легких. И Паши нет. Вон бежит ваш Паша. Паша! Паша, мы здесь! Смотрите. Паша нашел. А что это? Что здесь написано? Ну, это символы их. Древние символы. 7 символов, 7 смыслов. Я бы прочитала это так. Не думай, что ты умнее умного. Что, здесь так написано? Да. Интересно, где он это нашел? В лесу. Паша! Паш, где ты? Где ты это нашел, а? Ты можешь показать место? Ты место показать можешь? Где ты это нашел? Ты, Паш, послушай, где ты это нашел? Ну, ну где ты откопал это, Паша? Ну. Он нервничает. Слушайте, а может кто-то вступил с нами в переговоры вот таким вот интересным способом, а? Да нет, вряд ли. Вряд ли она нам была адресована. Она слишком старая, дощечка. Кажись, долго в земле лежала. Вся прогнившая. Это послание от высших сил. Вот что я вам скажу. Телеграмма правительственная. Совет. Для тех, кто без царя в голове решил строить плот. Не думай, что ты умнее умного. А вот это точно сказано. Мне кажется, это вам адресовано, женщина. Это всем адресовано. Тебе, между прочим, тоже. Мне в первую очередь. Ну, вы хоть понимаешь. А то здесь что-то ходишь, командуешь, а толку никакого. Больного в дом поселил. Здоров, гляди на улицу. Что дальше? Он выздоровеет, мы подохнем. Дальше? Ливень закончится, будем строить хижины. Чтобы не ютиться тут всем толпой. Хорошо. Даешь каждому островитянину по отдельной хижине в конце этого года. Тем более, мы здесь вроде как на ПМЖ. Зато за граница. Лидия, я, конечно, понимаю, что вы талантливая студентка, но это не исключает того, что на занятия нужно приходить вовремя. Вам понятно?
Девочка, мы вас наняли, рассчитывая, что вы будете больше уделять времени Паше. А благодаря вам я не знаю, обедал мой ребенок сегодня или нет. У меня сегодня были занятия. Ваши занятия – это Паша. Я поняла. И запомните, я не хочу слышать никаких отговорок, когда дело касается моего сына. Вам понятно? Да. Здравствуйте. Стой. Надо шапку надеть, а то холодно. Ну и мерзни, волчий хвост. Пожалуйста, хорошо? Мне надо зачет сдать. Я ненадолго, на 10 минут. Никуда не уходи, ладно? Ой, а где профессор? Ждал, ждал тебя и ушел. Давно? Минут 20 уже. Смотри, палец сюда и сюда. Да-да-да-да. Да-да-да-да. Угу, давай. И... Отлично. Давай другую. Да нет, Савелий Тимофеевич, вы неправильно поняли. До тех пор, пока он не выздоровеет, мы будем спать на улице. Вот и все. Ну что, он настолько заразный, что ли? Ну не знаю, насколько он заразный. Тихо. Чего же заразились-то? Не, ну что, настолько заразный, что мы все должны на улице спать? Потому что он заразный, потому что мы заразные. Можем быть. Из нас кто-нибудь чихнет в одной комнате, у него в другой ран воспалится. Ну зачем это нужно-то? Это мы, оказывается, заразой-то, а? А я думаю, нормально, а? Как все быстренько в светил медицинский превратились.
Боткина Пирогова, блин. Да, Савелий Тимофеевич. Не пятизвездочный отель. Зато на свежем воздухе. Правильно? Правильно. О! Сегодня мы могли бы быть на Ланкави. На Ланкави. Ну, на Ланкави. Экскурсия по мангровым джунглям, кормление диких орлов, мангры. Это удивительные деревья, которые растут по колено в соленой воде. В густых ветвях гнездятся разнообразные птицы, а под корнями – змеи. В мутных водах водятся рыбки и моллюски. И крокодилы. А вы знаете, что это самое древнее растение на Земле? И ученые до сих пор не знают, сколько им лет. Потому что у них нет временных колец. Интересно. Очень. Эти деревья застряли в пространстве. Как мы с вами на этом острове. Это точно. Сходство, особенно применительно к нормативному языку путунхуа. Продолжит директор нашего института Вероника Пономарева. Основная цель работы нашего института – продолжение многолетних исследований книги песен Ши Цзинь. Древнейший из литературных языков вэньянь, необходимо подробно объяснить, а значит, сделать доступным и понятным современному человеку. Сближение России и Китая – политическое и, если угодно, прагматическое подоплека актуальности нашего исследования. А вот Академия наук считает эти исследования несколько преждевременными. К тому же, коллега, по новому закону о языке 2004 года на Тайване упрощено написание иероглифов. Мир стремится к простоте, а вы все усложняете поисками взаимосвязей с северными диалектами. Ну, с Академией у нас дискуссия перманентная. Я вам так скажу. На северном диалекте разговаривают 800 миллионов человек. Возьмем, например, Канаду. Китайский уже третий по распространенности язык. У меня все. Может быть, есть какие-то вопросы? Спасибо. Позвольте заметить, уважаемый коллега, тайваньский закон 2004 года не касается художественной литературы. В этом году получает институт Вероники Андреевны. Желаю вам всем успеха. Спасибо. Вероника Андреевна, мы уже все, свет выключили, аудиторию закрыли. Хорошо. Только ключ на вахте сдайте, не забудьте. До свидания. До свидания.
Можно? Угу. Да. Вероника Андреевна, вы гений. Да вы что, Вахтанг Георгиевич? Этот грант мы получили благодаря вам. Большая честь работать вашим заместителем. Ну, хватит уже, Вахтанг Георгиевич. Что с вами? Присаживайтесь. Вероника Андреевна, я вот тут подумал, не отпраздновать ли нам это дело? Это что? Всегда мечтала попробовать вдову Клико. Шенгаги марджо сумшуа нерису. Что? За вас. За грант. Это огромные деньги. Да. Перед нами большие перспективы. Ой, мы наконец-то разморозим три наших проекта, приведем в порядок фонотеку и немножко повысим зарплаты. Вы замечательны. Пожалуйста. Вы знаете, я это тоже никогда не пробовала. Как? Директор огромного института. Серьезный ученый. И ни разу не пробовали лобстера, не пили клико. Но это же не главное. Согласен. Вероника Андреевна, я думаю, что вы достойны большего. Разъезжать по миру, жить ни в чем не отказывая. Ой, я не могу. Ой, я танцевала последний раз в университете. Вероника Андреевна, вы хоть иногда о себе думаете? Нет, у меня не получается. Совсем я не получается. Я думаю о работе, да. Вы с ума сошли. Почему? Вы знаете, сколько мне лет? Не знаю. И знать не хочу. Паша, слезь оттуда быстро! Вот здесь место подходящее. Паша! Здесь и будем строить бунгало. Паша! Лида, помогите, пожалуйста. Да. Паша, аккуратно. Вертикальные стойки какой высоты должны быть? Я думаю, 3.5 метра будет нормально. Смотрите, какой камень! Корыто каменное! Вот что это такое! Здесь можно мыться и белье стирать. Слезай! Thank you.
что здесь делаешь? Между прочим, из-за тебя влетела. Ты часы украл у Савелия Тимофеевича, а он на меня подумал. Я не крал. Чего? Ты разговариваешь? А чего там химически? Отвар для больного делаем. Так он что, из общей чашки что-то будет пить? Успокойтесь. Он будет пить из своей чашки. Ну, вы тогда, конечно, помейте чем-нибудь. Как? Черепом и костями? Ну, хоть тумочку. Ну, царапайте что-то на ней. Ну. Я сделаю, Савелий Тимофеевич. Спасибо, Ивановна. Плохой ведь человек. Ведет себя как придурок. Ну, вообще-то он прав. Отдельная чашка для больного – это вопрос гигиены. А это для больного. Ну, дарилку-то пометьте. Уже слышала. Ну, что слышали, а не делаете. Я сделала, Савелий Тимофеевич. Спасибо, Марья Ивановна. Ну, что думаете, я для себя что-то пекусь? Я для всех пекусь. Лиза, 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 он куда-то. Вы куда встали-то? Ну-ка, ложись. Не трогайте меня. Что вы? Лиза, у него кровь. Не трогайте меня. Вероника, вы не волнуйтесь. Все, я справлюсь. Вы пойдите туда, там едят. Я... Ложитесь, я говорю. Я не хочу есть, я... Что ж такое? Я почитаю лучше. О, Господи. Ну, пожалуйста, я прошу вас. Послушайте, я как закончила медицинский, я сразу вышла замуж и ни дня не работала. Вы мой первый пациент. Так хочу, чтобы вы поправились. Ничего. Может, ляжете? Помоги. Ужин будете? Нет. Ну и правильно. Но пить надо много. Ну вот, еле пьет, еще вставать хотел. Вначале показался избалованной стервой. Гнала пургу, вопила на мужа. Ничего, вот вернемся домой, я ему такой скандал закачу. Мало не покажется. Да ладно, видишь, можешь же быть заботливой. Даже чуткой. А вопишь, знаешь почему? От страха. А это у меня синдром такой. Жиль де ля Торре. Звучит красиво. Синдром Жиль де ла Туретт.
Что это за синдром такой? Это прогрессирующее заболевание. Заболевание экстрапирамидной системы. Жиль де ля Туретт. Характеризуется разнообразным, варьирующим медицинский бред. Как по времени, так по проявлению, моторными и вокальными тиками. Жиль де ля Туретт. Это мужчина или женщина? Принадлежит французскому клиницисту Итарду. Публикация вышла в свет в 1825 году. Автор привел описание больной, которой в 7-летнем возрасте появились тики, а затем скрикивания и бранные выражения. Жиль де ля Туретт, фигня, пойдем в кино. Больную мучило непреодолимое желание меня брониться в присутствии других людей. Свидание. Семенов, что это такое? Больную мучило непреодолимое желание брониться в присутствии других людей. Вон он, Мерседес за мной, смотри. Где? Вот это колымага. Нахалка, сама ты. Сама нахалка. Все, не пялься, как думаешь. Да ладно, ладно. У тебя вообще синдром Жиль де ля Туретт. Ведешь себя как психопатка, спокойно. Ничего, слушай. Сама психопатка. Ничего. Все, пошла, пока. Ну, давай. Ой, пошла она. О. Ну что, куда помчим? Никуда, я сегодня не могу. Почему? Мама не разрешает. На самом деле, мне нужно готовиться к коллоквиуму. Отвези меня домой, если не трудно. Ты что, с ума сошел? Да. Отпусти меня! Перестань, блядь, дурак, сволочь! Чё? Чё ты орёшь-то? У меня синдром Жиль де ля Туретт. Чё, болезнь, что ли? У вас какие-то странные отношения с мужем. Вы обычные для людей, столько лет проживших вместе. В смысле, надоели друг другу? Что-то в этом роде. Слушайте, вы очень много разговариваете, давайте спите. Он тебе изменяет? Здесь, на острове, вряд ли, не думаю. Ну, а дома? Знаете, спросите у него сами, если вам так интересно. Я бы лично тебе не изменил. Хотя, наверное, там ты была совсем другой. Да, совсем другой. Что, это повод для измены? Ну, для измены все поводы хороши. Я за циновкой. Кажется, нас застукали. Что-то случилось? А? А, нет, все нормально. Ну что, давайте укладываться. Опять здесь? Да, опять здесь. Пока хижину вам не построим,
Будет здесь спать, как все, на циновке. Все ясно? Да, это ясно. Но другое не ясно. Ты что так разговариваешь-то, а? Ты кто такой вообще? Что, император всея острова, что ли? Савелий Тимофеевич, не устали? Спать хочется. А ты мне рот-то не затыкай. Я что хочу, то и говорю. Ты мыслишь примитивно, понимаешь? Примитивно мыслишь. У тебя здоровым ничего, а больным все. Такой твой лозунг, да? А по-моему, очень правильный лозунг. Потому что нужно больных беречь. Да чушь собачья. Больных. Сегодня он больной, завтра помрет. Не дай бог, конечно. Какая вам польза от вашего аутиста? Какая? Бегает по лесу и мычит. А мы все здоровые бегаем, его ищем. Нормально? Да потому что все должно быть наоборот. Для здоровых должно быть все. Им жить дальше. На них держится мир. Разные люди ко мне приходили. И хорошие, и плохие. Но столько черноты в одном человеке я вижу впервые. Черноты, светлоты. Тоже вас шаманов расплодили. Какую газету не открой. Везде криминал, путаны да гадалки. Хочешь, заворожу мужа, хочешь, приворожу. Хочешь хорошего мужа, заплати. И все забыли, что семья – это основа государства. Ты бы все взял, собрал, и такой-то матери за 101 километр морожку собирать в размахайках. Слушайте, у вас на ночь глядя предвыборная кампания, что ли, началась? Это поток сознания. Знаете, что я думаю? Если мы вернемся в Москву, я за вас не проголосую никогда. Напугал ежа голой жопой. Да ты не мой электорат. В голове ветер, на ногах кеды, в ушах бананы. А между животом и стенкой, ноутбуком, через него вам всеми управляют. Хотите на запад, хотите на восток. Армия дешевых проституток на экспорт. Со своими социальными Папа! Пожалуйста, прекратите! Папа, не надо! Папа! Федя! Савелий Тимофеевич, убиваю! Ложись спать, Савелий Тимофеевич. Ты дежурный? Я! Избрание руководителя проекта преждевременно. Да и негуманно это. Правоохранительные органы утверждают, что наша дорогая Вероника Андреевна погибла. Но дело не найдено. Никаких доказательств гибели нет. Поэтому предлагаю сейчас оставить все как есть. Хотя бы из уважения к человеку, возглавлявшему наш институт почти 10 лет. Вероника Андреевна доверила мне исполнять обязанности директора. Так давайте сделаем так, как она хотела. Давайте совместными усилиями воплотим в жизнь этот проект.